Выбор сделан. Что дальше? Мира вам. Я Ханжан Курбанов. Это моя поствыборная ремарка. Победа на выборах – это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут. Выборы президента России не только для страны, но и для Южной Республики Дагестана были особенными. На фоне беспрецедентного международного давления и специальной военной операции в обществе, в том числе и в дагестанском, как будто что-то переключилось. И в социальных сетях, и на улице мы увидели воодушевление, связанное и с необходимостью исполнить свой гражданский долг, и с надеждами на обновление и верой на лучшую жизнь. Дагестанцы с семьями отправлялись на избирательные участки, с удовольствием выкладывали свои фото, призывали голосовать. Очевидно, что долгое время либеральной оппозиции предпринимались усилия по дискредитации выборного инструмента и коррумпированного чиновничества этот эффект лишь закрепляло. Но сейчас время собирать камни. Главное политическое событие страны, которое пытались сдавить санкциями, именно сейчас превратилось из простого гражданского долга в акт противостояния и отпора врагам Родины. Звучит, может, и пафосно, но если приглядеться, то народ в ожидании перемен. Если приглядеться к событиям вокруг России, на попытки запугать, задавить, обескуражить, дезавуировать, бесконечные дрон-атаки и диверсии на приграничных с Украиной областях, которые предпринимаются киевским режимом и коллективным Западом, то походный избирательный участок для простого человека – это еще один ответ врагу. По данным дагестанского избиркома, в республике проголосовало более 90% избирателей, а Путин набирает более 92% голосов. Дагестанский народ в этом смысле своими результатами явки сформировал новый электорат, готовый не только протестно голосовать, в данном случае против врагов России, но и неожиданно повысил свою политическую культуру. Это результаты работы на местах региональной власти, муниципалитетов, профсоюзов, общественников. На базе Общественной палаты Республики Дагестан был создан региональный штаб по выборам, а волонтеры работали в Центре общественного наблюдения, где в онлайн-режиме можно было проследить ход выборов. Отлично, Дагестан не подвел и проголосовал за своего кунака. Что дальше? Что нас ждет? В новом электоральном цикле будут продолжены реформы российской власти. Общественность надеется, что это будет не простая перелицовка фасада политического здания России, а произойдут кардинальные перемены во внутренней политике страны, обладающей 40% мировых запасов природных богатств. Надеется, что кадры на ключевых постах госуправления и принимаемые законы будут иметь социальный вектор. Профсоюзы Дагестана, которые поддержали на выборах Путина, отправили ему свои предложения в виде наказов. Здесь и предложение повышения зарплат трудящихся, учителей, врачей, соцкультработников до уровня средней по региону. Сейчас, увы, не дотягиваем. Индексация пенсии работающим пенсионерам. Это повышение зарплат муниципальным работникам, хотя госслужащим подняли в разы. Это усиление 134 статьи Трудового кодекса, в которой вменено в обязанность работодателю индексация зарплат. Но четкой формулировки нет, и трудящиеся остаются уязвимы против инфляции и повышения потребительских цен. Есть и другие предложения. Все они в едином пакете отправлены президенту России. Меня, конечно, в первую очередь беспокоит статус учителя и ученого, человека науки. У функционеров от власти страх, что подрастет поколение умных людей, готовых к переменам. Хватит бояться. В год семьи им хочется и тотальных экономических изменений, финансовой и социально-экономической стабильности, которая обеспечит укрепление семьи. Конечно, многое делается в стране и в социальном плане. И национальный проект, и пакет неплохой для мам. Но это существенно не подстегивает демографию. Видимо, ввиду того, что не сформирована приоритетная идея и идеология, получившая статус государственной в стране. А мы, напомним, живем еще в парадигме либеральных ценностей, которые являются суррогатом идеи еще античного гедонизма, настоянного на индивидуализме, неонацизме, в том числе мы стали свидетелями роста украинского неонацизма, расизма, одна из его форм – это сионизм, империализма, экономическом эгоизме и обособленности. Все эти формы проявлены в так называемом коллективном Западе, а я его называю просто «партия сатаны». Все признаки налицо. Это и политическая гордыня, убеждение в собственном превосходстве
блага для узкого круга избранных, ЛГБТ, нетрадиционные отношения, ювенальная юстиция с вымыванием роли традиционной семьи, угнетение иных, навязывание потребительского уровня мышления и далее по списку. Казалось бы, мы все поняли, где свой, где чужой, где враг. Но новый электоральный цикл во главе с Путиным и его новой командой должен продолжить реформы и привести к новым результатам. А Путин прямо сказал, народ выполнил свой долг и пошел, проголосовал, оказал доверие в который раз. Сейчас очередь власти оправдать это доверие. И, конечно, наука. Науке, особенно рационализаторам, инженерам, изобретателям, нужно включить зеленый свет. А кто этот свет отключает и у кого дальтонизм, и вместо зеленого включает им желтый свет, мол, ждите, или, не дай бог, красный, то таких людей сразу на Колыму валить лес. Репрессии нужны, это называется быстрая ликвидация рисков для развития науки и внедрения инноваций. Без крепкой руки, которая стучит в дверь, мобилизационной экономики России так и будет топтаться на месте. И отнюдь не кровожадный. Но вот около 20 лет знаком с ученым, автором более 100 изобретений, нашим земляком Гамидом Халидовым. Кстати, ему на неделе исполнилось 75, я пользуюсь случаем, поздравляю. Гамид Юсупович, вам здоровья. Какие только препятствия ему не создавали. Травили даже, пока он к верховному главнокомандующему не обратился, не отстали. Увольнялись с Дагестанского научного центра, не говоря уже о том, что не давали ход его разработкам. А между тем разработки утекали за рубеж. Так тримараны, это изобретение Халидова, уже внедрены в США. Два питерских ученых, которым наш инженер рассказал о разработке, сбежали за океан и защитили этот проект там. Проще говоря, увели его. Десятки проектов ждут свою реализацию. Они интересны за рубежом, но остаются либо под сукном, либо реализуются, но не в России. И это печально. Итак, наука. Статус ученого и учителя необходимо реально повысить, а не вербально. Пенсионера, аксакала реально зауважать. Пенсии поднимать надо, соблюдая принцип справедливости, не обходя ранее вышедших на заслуженный отдых. А не обрекать уважаемых стариков на выживание. Если для этого нужно отправить вагон воров валить лес, надо это сделать. Без промедления. Понимаете, в 21 веке еще не придумана антикоррупционная прививка, антидот. Идеологии, как инструмента объединяющего народ, нет. Бога не боятся, совести тоже нет. Авторитет джаматов и духовных связей уже не работает. А что с ним делать, с этим негодяем-коррупционером? Только неотвратимость максимально жесткого наказания может остановить таких. А не год условный, как у нас принято для отчаянных коррупционеров, попрохлаждаются годик на нарах, потом с наворованным за бугор. Так не годится. С конфискацией имущества. Нам нужно решить квартирный вопрос. Молодые семьи не должны десятилетиями ждать реализации молодежных программ в условиях неподъемной ипотеки. Застройщик уж больно задирает цену на жилье, да и риэлторы не отстают. Это и на демографию, кстати, влияет. И на отношение молодежи к власти. А молодежь – это самая уязвимая в идеологическом плане часть общества. И какое будущее нас ждет? Вопросы остаются. Наконец, надо довершить изменения в Конституцию и внести в нее пункт об особенной российской идеологии, раскрывающей светлый горизонт будущего. Без ценностной платформы и идейного зонта мы так и будем мокрыми и битыми, топчась на месте. Надо вычислять реальных врагов не только вовне, но и внутри страны. Иммунная политическая система должна распознавать реальных, настоящих вредителей и хапуг. А в Дагестане во власти, по заявлению именитого журналиста Алика Абдулгамидова, самое большое количество хапуг в стране, то бишь воров и казнокрадов. Видимо, на душу населения. Не знаю, данных у меня нет, но я доверяю Алику. Итак, давайте уже менять и меняться. И общество должно активнее озвучивать свои запросы, а не брюзжать в сетях. Мира, достатка и процветания нашей России и любимому Дагестану. Оставайтесь с людьми.